Раз. Слышно, хорошо. Можем начинать. Кликер. Есть. Это просто такая картинка. Резолюшн такой. Итак, всем привет. Меня зовут Глеб. Я буду рассказывать о соревновании под названием Data Science Bowl, которое очередное соревнование на платформе Kaggle. Те, кто участвовал или вообще знает, ну не первый год участвует на Kaggle, то знают, что вот этот вот Data Science Bowl проводится каждый год с очень мощными призами, очень интересные задачи. Спонсоры — это консалтинговая компания, хост, получается, того, кого они спонсируют, это лаборатория. К сожалению, не помню, как называется лаборатория. По поводу призов, так чтобы сразу заинтриговать, получается, в этом сезоне, в 2018 году, призы составляли 100 тысяч, на 5 мест делились, и также первое место получали еще DGX суперкомпьютер, так называемый, от NVIDIA, для вычисления, для Computer Vision в основном, для Deep Learning. Итак, сама суть. Задача была Computer Vision, то есть задача была на картинке. Сама тема интересная, это биология, медицина. То есть многие участвовали и для опыта, понятное дело, для попробовать там свои теории какие-то, и также в альтруистических целях немного, точнее, может и много некоторые. Зависит от призов, которые они заняли или хотели занять, конечно же. Получается, какая стояла проблема? В разных лабораториях делаются разные сканы с микроскопов и с ядрами, с разных участков тела, органов, неважно. Эти сканы, есть клетки, они выглядят вот таким вот образом. В этих клетках необходимо компьютерно обнаружить, точнее детектировать и сегментировать, то есть обвести и маску и определить, что это за класс ядра этих клеток. То есть потом, не все здесь ядра. И уже из опыта могу сказать, что я так и не понял во многих местах, где здесь ядра, и, наверное, биологи не поняли. Потому что, ну, на самом деле очень сложно, как вы видите на картинках, это еще хорошие очень картинки. И, например, вот есть там такие полностью серые и непонятные, ну вроде как бы ядра, да, а вот если затемненные вот здесь вот ярче, которое ядро, либо которое темнее ядро, непонятно. Но, в общем, все эти лаборатории предоставляют, ну они занимаются вот этим детектированием, и они, получается, обрисовывают эти маски, разные биологи. И разные биологи тоже считают, где здесь ядро, где здесь не ядро. И поэтому были проблемы большие в плане получения вот этих вот масок, тренируемых, то есть лейблов. Так как, получается, здесь очень важно определить именно ядро, и при том, что так как это… Instance segmentation, то есть нужно детектировать расположение этого ядра на самой картинке, а также сегментировать его, то есть нужно разделить и указать, к какому классу относится каждое ядро. То есть здесь важна очень pixel perfect точность, так как многие биологи по-разному считают, и у них разная направленность их работы, то pixel perfect здесь невозможен. И вообще была разметка довольно-таки плохая. И получается так, что если мы посмотрим на… Я буду просто прыгать местами. Если мы посмотрим на саму метрику, то метрика заключается в том, что это mean average precision, то есть на картинке для валидации обрисовывается маска таким образом, вот допустим. И вот эта вот каждая маска считается по intersection over union, это то есть накладывается маска, которую мы предсказали. И вот этот вот порог, то есть насколько она наложилась, площадь на накладке, он может быть разным, и они в зависимости от каждого вот этого вот ядра, они считают по каждому ядру разные пороги. То есть на некоторых ядрах, где они сильно уверены, 0,95, но это, камон, 0,95 — это вообще нереально в таких задачах, ну то есть в такой разметке это очень сложно. И она была от 0,5 до 0,95, что, собственно, затрудняло вообще работу.
Итак, задача, как я уже сказал, была создать модель, которая идентифицирует на разных сканах вот эти вот ядра в разных условиях. Другими словами, это instance segmentation. Instance segmentation — это object detection, как я сказал, детектирование объекта, то есть по пиксельной точностью. И дальше instance сегментация — это сегментация каждого ядра отдельно, каждого класса отдельно. От семантического отличается тем, что здесь просто их много классов, и надо отделить каждый отдельно. Количество классов здесь было один, что хоть как-то упрощало. И как можно такой слоган придумать этому соревнованию? Это вот Battle with the overlapping nucleus, это, то есть борьба с накладывающимися ядрами. Что значит накладывающиеся ядра? Это вот когда одно заезжает на другое, вот таким образом. Вот это вот самая была основная задача, как вот их вообще разделить. Было по поводу данных. 665 картинок было в трейне, это очень мало, потому что другие соревнования содержали там 2 гигабайта картинок, а это исчисляется в мегабайтах. 500 grayscale картинок серых, одноканальных, 100 остальные картинки цветные. То есть это 3 кластера примерно, серые картинки на белом фоне и на цветном фоне. Для теста, для валидации 65 картинок в тесте, ну это тоже, это сверхмало. И также это соревнование, оно было двухэтапное, то есть таким образом было сделано. То есть первый этап — делаются модели, там, конечно же, с высочайшей точностью, ну, все пытались достигнуть ее. Дальше эта модель должна была в идеале быть заморожена, веса заморожены и закинуты в доки. Но такого не было, они просто попросили свою модельку закинуть им архивами. Потому что архивы они эти не смотрели, потому что очень много было… Во-первых, участников, во-вторых, там некоторые модели у людей, там ансамбли выполнялись там днями просто, там 3-4 дня считать их только. Поэтому и фишка в том была, что таким образом можно было доучить на втором этапе модельку. И еще можно было даже и вручную разметить, потому что ну, никто не смотрел. Ну, разметка вручную — тоже сложная вещь, потому что тут сами биологи не сильно размечали, но все равно, я думаю, это можно было сделать. Потому что многие участвовали, большинство здесь участвовало людей, которые занимаются непосредственно вот этими проблемами. То есть они каким-то образом работают с биологами. Я думаю, этим помогали. Как минимум были люди с топовых мест. Это вот были хорошие картинки на первом стейдже. На втором стейдже давали новый датасет для проверки. Таким образом, они пытались избежать того, что как раз мы вот, ну, кто-то будет мухлевать и какие-то будут махинации. Только фишка была в том, что в первом было 65 картинок, а во втором было 3020 картинок. И эти картинки были стрёмными. Некоторые стрёмные, некоторые вообще другие. И как-то генерализировать, ну, обобщить было очень сложно, потому что тут какие-то звёздное небо какое-то. Ну, тут вот непонятно, это как бы ядро либо просто какой-то прикол. Они это делали для того, чтобы пытаться помешать людям разметить руками. Это как бы, в принципе, какая-то логика в этом есть. Но мы не знали из 3000 картинок по какому-то валидированию, то есть по какому-то кластеру, участку они как-то валидировали. То есть они брали не 3000, понятное дело, они брали, думаю, там 200-300. Это мы не знали. Но картинки реально были смешные, там очень много было шуток по поводу этого, что они там дома и там яичницу фотографируют, и все что подряд. И там хост этого соревнования был очень веселый мужик, он очень много шутил, там скидывал видео на ютубе смешные. Очень классные, да. Я потом покажу его аватарку, там, и будет понятно, почему. То есть он такой прикольный, стебный. Вот эта вот картинка тоже много чем говорит. Во-первых, таких типа картинок вообще не было на первом стейдже, и ну и тут даже вообще нереально понять, что это, где тут вообще ядро, где тут не ядро, где тут белки. Ну, в общем, непонятно, что это такое, как вы видите. Сложно было определиться. Если говорить о подходах, которые сразу в голову приходят при instance segmentation, если кто-то вот имел дело с этим, то это Masker CNN, это первый подход, он такой, он, наверное, более простой, прямолинейный, хоть и сам тяжелый сам по себе. Я вот начну с него, я, наверное, больше расскажу просто о подходах, потому что решение, именно наше решение, тоже о нем скажу чуть позже.
Вот Masker CNN — это двухэтапный фреймворк для семантического сегментирования и instance-сегментирования, object detection. То есть состоит он из того, что там две фазы — object detection и классификация. То есть на object detection тренируются и отдаются пропозалы, то есть это bounding-боксы. Эти bounding-боксы дальше классифицируются. В картинке были, как я сказал, были цветные и были серые. То есть можно было обучать как в три канала, как RGB, отдельную сеть в Masker CNN и отдельную сеть на цветных картинках и отдельную сеть на серых картинках. Дальше собирать и сабмитить. Другой подход возможен был — это цветные картинки в grayscale превращать и учить одну сетку. Что именно лично я могу выделить, то, что больше зашел мне именно лично вариант с двумя различными сетками. Все зависело от имплементации. Masker CNN относительно новый фреймворк. И имплементация была на Keras хорошая. И был один такой человек, которого стоит отметить, это вот с лягушкой на аватарке, с труднопроносимым фамилией. Хенк его зовут, вот он суперконтрибьютор, и вообще стоит участвовать во всех соревнованиях, где он есть. Он очень много делится, и вот он на PyTorch написал имплементацию и делился ею. Вот на PyTorch, на который я использовал, мне больше зашло две разных сети. Дальше, какие вообще возможные шаги, для постепенные, которые улучшали там модель? Это backbone сам, то есть это модель, которая экстрактор фичей. Изначально это был ResNet 50, SE, ResNext, Squeeze, Excitations. Дальше это был ResNet 101. И ResNet 101 лучше работал, и, как выяснилось, стоило еще дальше идти. И намного глубже экстракторы фичей использовать. То есть 151 даже возможно. Но долго очень обучается эта модель, а если еще докидывать external данные, то очень долго ждать. Потому что еще здесь использовалось большое количество аргументаций. Это именно мы использовали как можно больше для лучшей обобщенности. Потому что мы не знали, какие данные будут, но и аргументации — это must have. Специфически для этих данных. Использовались также предсказания, делимые на фолдах, и дальше усреднение посредству NMS — это non-maximum suppression. Еще на следующем слайде покажу в двух словах, что это такое. Да, вот NMS. Что значит NMS? Это берется вот эти вот пропозалы, bounding-боксы, и они даются там в каком-то определенном количестве, которое отсекается по трешолду. Допустим, там вот тут 3, тут 2. У них есть intersection over union коэффициент, и вот максимально берется, а минимально отбрасывается, подавляется. Ну, собственно, вот и вся затея. Постпроцессинг также использовался, и дилейтинг, и роудинг — это добавление пикселя снаружи и обрезание, собственно, самой этой маски. Там, как кому лучше заходило, это такое, нам просто пробовать. Потом дальше, так как были тест-тайм аугментации, это во время теста, когда, к примеру, поворачивается картинка, делаются предсказания, и дальше разворачивается обратно. И вот таких вот, получается, вместо одного предсказания также можно брать из других чекпоинтов, которые модели, просто хорошее предсказание, и у тебя получается там 4 сета масок. И эти 4 сета масок нужно как-то между собой ансамблировать и объединять, усреднять. В чем сложность заключалась усреднение здесь? В том, что если посмотреть на картинки, то вот одна моделька может, допустим, отметить вот это вот ядро. А вторая моделька может отметить вот это вот ядро. И то есть так получается, что нельзя просто взять по всем ядрам, пройтись сверху вниз, то есть там, сверху вниз, и взять их усреднить, потому что получится что-то такое огромное пятно какое-то, потому что оно не определяет, какие кластеры. То есть в чем была идея? Это брать по, опять-таки, intersection over union, собирать кластеры. То есть если они пересекаются сильно по какому-то порогу, значит, они относятся к одному инстансу. То есть и этот инстанс дальше усредняется любым способом.
это может быть просто усреднение. Мы брали просто усреднение. Мин просто среднее. Дальше, возможно, вот то, что и помогло нам, это external data, данные внешние, которые можно было докидывать, и они докидывались только с теми условиями, что делились на форуме. И это, собственно, данные из форума, и просто много данных мы закинули для обобщения. По поводу улучшений я уже сказал, что вот если так подумать еще раз и дали бы время поучаствовать, то возможность, то первым, наверное, надо пробовать куда больше фичер-экстракторы, глубже, то есть как можно больше фичей, чтобы обобщенность была лучше и чтобы сложные ядра сегментировать. То есть детекция была на хорошем уровне, была проблема с сегментацией. Вот. И один из вариантов ансамблей Masker CNN тоже вот этим всем делился вот этот вот человек Хенк и лягуха в народе называется на ВДС. Он просто уже довольно-таки тоже известный кеглер. Он, во-первых, грандмастер дискашн, и во-вторых, он, это понятное дело, почему он грандмастер дискашн, и во-вторых, он и много золотых медалей уже относительно заработал во всех соревнованиях, в которых участвует. И получается, он предложил вот такую тему, которую я попробовал, но, к сожалению, мне не хватило просто мощности. И я просто даже не увидел улучшения. Но она интуитивно простая. Берутся просто как три экстрактора, пропозалы из трех экстракторов. Эти экстракторы могут браться по разным диаметру, по разным пропорциям ядер, то есть направлено на меньшие ядра, на большие ядра. Дальше они ансамблируются посредством non-maximum suppression с каким-то трешолдом, либо можно это все в union set складывать и отдавать дальше. Отдается дальше и точно так же здесь, и потом получаются маски. Это вот примерные картинки самих результатов ансамблирования. Получается, что здесь можно увидеть. К примеру, было 5 предсказаний, 5 папок с масками. Эти 5 папок мы собираем в кластеры, как я уже говорил, и по какому-то трешолду мы должны определить, то есть уверенность всех сеток. То есть, допустим, если три сетки предсказали вот эту вот вещь, и по IOU, по intersection over union, по какому-то трешолду, если они 3 предсказали, значит, как бы можно довериться, что это окей. Если 5 предсказали, это, понятное дело, хорошо. А если, допустим, из них всего 2 то предсказанных варианта, то мы такое отсекаем. То есть поэтому вот трешолду и отсекалось. Здесь видно, что вот это бралось по трешолду, я уже не помню, какому, из какого количества. Там вроде было 10 вариантов, это примерно там 5 бралось. Ну и вот по 5 берется и усредняется. Где больше было вариантов, то есть там 6-7-8 моделей голосовало за это, где было больше голосов, то просто цвет вот на этих картинках он ярче, зеленее. Второй вариант решения задачи это UNET, всем известный, кто участвовал в Computer Vision соревнованиях, потому что он сейчас выигрывает все призы и вообще все. И тут он сыграл тоже, выиграл призовое место, забегу чуть наперед. И проблема была в том, что UNET очень хорош в детекции, понятное дело, он для детекции, собственно, и создан, но сегментировать он не умеет, и проблема была в сегментации. Нужно было как-то сегментировать эти ядра, и, собственно, для сегментации использовался вот Rushet, это водораздел, постпроцессинг, который, если простыми словами сказать, ну, довольно-таки простой в понятии. В любую картинку серую можно представить как топологическую карту, то есть будет высота, минимум, максимум, и эта высота это с каких-то точек, с каких-то маркеров начинается заливаться водой. Вот здесь видно будет. Начинает заливаться водой, и таким образом, когда эта вода объединится и разделяются инстансы.
И вот главное только главные вопросы вот этого вот эвристики, алгоритма, в том, что как выбрать эти маркеры, откуда начинают заливать воду, как определить высоту, и, ну и получается, как определить границы. Это все попытались определить люди, которые сделали следующий алгоритм, это Deep Watershed Transform, они просто вот этот Watershed по сути обернули в Deep Learning. Они взяли две сетки, которая на первой сетке, получается, цель была, output было учить энергию, то есть высоту. И получается, цель была в том, что они в первой сетке в input брали картинку саму RGB и закидывали туда семантическую сегментацию, это маска сама, и получали, сейчас надо вспомнить уже, как там было, получали они, строили, получается, на втором этапе должен быть output-ом. Вот эта вот каждая маска представлялась векторным полем m на n. Это векторное поле, в каждому пикселю соответствовал юнит-вектор, который был направлен посредством distance transform от границы. Вот эти вот вектора предсказывались здесь, дальше подавали сюда, и дальше предсказывалась энергия. Здесь, ну, вот этими векторами посредством обычного watershed'а, и дальше уже получалась вот эта вот энергия, которая используется, ну, для сегментирования. Если кому интересно, просто детальнее посмотреть можно в пейпере. Это вдохновило человека с четвертого места, это тоже из ODS Community, и он в команде был. И что он пробовал, это изначально, так кратко просто, изначально то, что они попробовали сделать, то есть baseline был обычный watershed, то есть определялись маркеры. Как определялись маркеры, откуда заливать эту воду, это брались центры ядер. Это и были маркерами, то есть два канала, картинка и центр. Дальше там уже кто-то игрался уже с границами, и с контурами и прочим. И получается, вначале начинали с watershed, дальше deep watershed transform, и потом все равно ушли от deep watershed transform, оставили вектора, которые не предсказывают тоже в первом юнете, конкатенируют, и дальше получают вот такие outputы, что они предсказывали. Тут довольно-таки много маска, разные маски, которые обгрызаны, сами ядра и область ядра, площадь ядра. Первое место, очень классное решение, оно очень вырвалось вперед, то есть в основном все соревнования идут впритык, не соревнования, а все места топовые друг к другу очень близки. Здесь разрыв был значимый. Почему так произошло? Потому что, ну, во-первых, очень классное решение, и решение заключалось в том, что они научились, ну, они предсказывали не только, получается, допустим, там, центр, да, и саму маску, а они сделали упор на предсказывание, то есть границ разделителей между ядрами, что и дало вот такой результат. Одно из вещей дало такой результат, но это основное. То есть как они использовали вот эти, как они определяли вот эти вот границы, это watershed line, опять-таки из функции watershed, из водораздела. Можно было определять и другими способами, можно было просто не вектором, а кодом через if, но только долго работало. Можно было идти опять-таки вот этими вот векторами, направленными от, и получается те значения, где менялся знак, это и должны были быть разделами, то есть от границы вектора, которые. Что было еще значимым, то что очень глубокие энкодеры были, 152, вот Inception, ResNet, то есть очень мощные сети. Два канала, то есть два варианта было, два канала для сетей с сигмоидным активацией, и другая сеть была с softmax активацией.
Здесь что было? Маска без границы, отдельная граница. Был вариант с тремя каналами, маска без границы, граница и вот еще такой вариант. Граница — это вот именно разделитель между ядрами. Очень большое количество аргументаций, которые они использовали, и из них были такие интересные. Ну, то, что они очень много дали, это не факт, как они сами сказали, описали ребята. Это копирование каких-то ядер на другие картинки. И image inversion — это серого в цветное преобразование. Там хитрое преобразование мапой. То есть надо смотреть, как они это делали. То есть из цветного в серое, понятное дело, легко преобразовать, обратно уже сложнее. Потом loss функции они использовали для сигмо. Это довольно-таки тоже популярное становится. Это binary cross entropy и 1 минус dice. Почему так? Потому что BCE, то есть binary cross entropy, считается для всех пикселей, а DICE считается для каждого отдельно. То есть в том варианте это будет размыто немного границы, но в предсказании здесь будет четче. И таким образом они балансировали. Вот эти вот веса выставляли и балансировали. Softmax здесь вот с другими весами, и также soft DICE использовался. Дальше из интересного, оно добавляло не особо много, то есть они уже были бы там высоко на первом, но просто использовали еще модель второго уровня, LightGBM, которая училась на, получается, на разных фичах из маски. То есть не самой маски, а на разных фичах из маски. Вот такие разные фичи. И что эта модель учила? Модель это учила вот этот вот threshold, по которому смотреть, то есть где разделять. И с маленьким thresholdом просто удалялись. То есть как такой постпроцессинг, и он там давал, я не помню сколько, но там около там, 0,2. Да, ну вот я сказал о том, что как можно определять вот эти вот границы. Если зайти на сам discussion форум Kaggle, то там даже есть сэмпл кода, который они это делали. И также есть имплементация на PyTorch. Вот этот вот Хенк, он попытался повторить результат и выложил его публично. Вот и это все слайды взяты из их презентации. То есть вот такая картинка, то есть была результатом. Как вы видите, тут довольно-таки много моделей. Они все считались по фолдам, все считались с test-time augmentations. Было очень много external data, там, говорили, 2 гигабайта или сколько-то. И здесь вот то, что я рассказывал о каналах, подавались в LightGBM и, собственно, уже получали лейблы, маски. Ну что, подытожить, это вот как раз аватарка этого человека, который хост всего этого соревнования. Прикольный мужик такой, да, он много там шутил по поводу и этих картинок, и всего. Но почему фейспалм очень хорошо ассоциируется? Потому что, ну, собственно, из-за того, что закончился первый этап, дали новые данные, начался второй этап, вроде как даже были четкие правила, то, что надо было залить, что-то хотя бы залить, они даже не смотрели, что там. То есть запароленный архив, они даже не просили пароль. И получается, и половину людей этого не сделали, потому что были еще один, насколько я помню, в форуме был такой тред, FAQ, где было написано, что те люди, которые не зальют модель, они тоже будут в лидерборде. Но в официальных правилах было написано, что нужно залить модель хотя бы какую-то. Ну и тут половина людей не залила и начала ныть. Начали ныть, ну, очень много кого, и считались эти результаты месяц, наверное, ну, недели две точно. И они могли решить, добавлять людей, не добавлять людей. Ну, то есть мы прыгали по местам, там некоторые люди вначале убрали, выкосили всех, и некоторые люди там на 50 позиций, я не помню, насколько там, прыгали вверх. Получается, у нас вот, когда убрали всех людей, которые сыграли не по правилам, вроде как, но они были размытые правила, то мы занимались седьмое место. То есть я и еще 5 человек в команде. То есть мы участвовали в команде. Вот ребята
делали UNET некоторые, я делал Mask CNN, кто-то еще Mask CNN, просто выбирали лучшие по скору. И после того, как уже тут вот написали по поводу реквайрментов, тут их заминусили очень сильно, там некоторых очень сильно, как говорится, полыхало, и они там даже чили там судебные инстанции, будем писать. Ну, смешно как-то. Причем это все академики, взрослые люди там некоторые были. Ну, академики, это в смысле в скобочках. Просто, которые занимаются там наукой. И в конце, в результате, мы заняли вот 10-е место. И тут вот тоже украденная картинка, опять-таки, с презентации первого места. Просто такие лузы, как говорится, всякие интересные, смешные вещи. И на этом все. Спасибо всем, кто слушал. Так, хорошо, запитання. Є у когось? Да. Вот интересно, я перестал уже следить за этим соревнованием. У Хэнга получилось результат какой-то приближенный получить? Да, вот тоже, кстати, хороший вопрос. Там получается, вот интересные решения были первое место, четвертое место. Дальше это были маскры CNN, да, вот и второе, третье место маскры CNN, которые на самом деле, честно говоря, я не сильно верю, что они могли бы достичь таких результатов. А Хэнк, получается, он занял в конце золотое место, но он был на 14 месте где-то. То есть при всем его импакте он занял чуть ниже, чем люди, которые вроде делали без каких-то таких очевидных вещей. А вот ту модель, что он потом реимплементил на основании первого места решения? Да, она есть на форуме, он делится всем. И что-то она там показывает? Результат какой-то. Да, он сделал ее, и точно говоря, я не помню, говорил ли он, какое он место мог бы занять вот, да, своим повторением, но я думаю, там будет все хорошо, потому что он вроде знает, что делает. Единственное, он не имплементировал, насколько я помню, второго уровня модель LGBM. И второй вопрос. Это интересно, отдельная Mask RCNN модель какая-то. Что у тебя получилось? Не помнишь результат? По скорам на каком этапе? На первом. Сейчас я скажу, какой результат. Мы были где-то на каком-то 40-каком-то месте. Это единичная модель? Или ансамбль? Не, это был ансамбль. Все, я понял. То есть тест time augmentation, вот эти вот ансамбли не учитывая. Я тогда не знаю. То есть без ничего я не знаю. Я потому что сразу совсем делал. Не пробовал просто. Окей, спасибо. Я за что? Перш ніж передам комусь мікрофон, нагадую всім, хто на нас дивиться онлайн, що можна запитання ставити в коментах до цього відео, і я їх озвучу. Дякую за презентацію. Можна таке більш технічне питання? От наскільки я зрозумів, в таргеті це були маски сегментації. Як ви переходили до bounding боксів саме? Тому що, ну, вручну, напевно, це розмічати доволі довго. В смысле, я немного не понял вопрос, но Mask RCNN потрібно для того, щоб детектити замраження їхні encoding bounding box, так? Але цього в вихідних даних не було. Bounding box не нужен, нужна просто маска. Ага, тобто він не предиктить bounding box, а саму маску сегментації, так? Да, так і є. Угу. Добре, дякую. Ще запитання? А вы пробовали какие-нибудь другие сетки, типа Retina нет, возможно, елку, даркнетовскую? Я понимаю, что вроде как для других задач, но тем не менее у них процессинг может быть бордера даже лучше. Нет, я лично не пробовал, но на форуме люди пробовали разные варианты, там, электроны и всякие прочие, но ничего лучше, чем Mask, RCNN и UNET не работали. Окей, спасибо за доклад, Глеб. Скажи такой вот технический вопрос. Смотри, ты упоминал обработку изображений, конкретно non-maximum suppression, да? Как вы выбирали ли вы вообще, использовали ли вы этот метод, и если да, то как вы выбирали threshold'ы? То есть как-то подбирали вручную или какой-то automated метод? Да, конечно, использовали, потому что не использовать их нельзя. Ну, то есть если брать Mask RCNN, то без него сложно, потому что он все proposal'ы суппрессирует. Чтобы определить какое-то нужное количество, не брать шлак весь.
Как определяются трешолды, брался вначале дефолт, понятное дело, это с имиджнета притренированного. То есть там какой-то трешхолд они нашли, и вот его использовали. А дальше уже путем пробы ошибок, то есть без валидации, просто смотрели на результаты. Еще какое запитание? Судячи за всего, можно дякувати Глібу. Ми закінчуємо свою основну частину з виступами і зараз традиційно продовжимо вже частину афтерпаті, яка триватиме на кухні або на терасі, тому спускайтеся вниз, там вас вже чекають і have fun. Дякую, що прийшли.